Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как можно сделать саму себе такой вот вкусный очень сок. Его мало просто, его осталось мало, потому что я уже подпил. Очень вкусно. Сегодня я вам расскажу, как его сделать, но только показывать не буду, потому что сейчас ночь. В общем, берем персик, вытаскиваем из него косточки, режем на 4 части, потом делаем его, моем, и делайте так, чтобы он стал мокрым. Потом засовываете в чашку, съесть эти персики вилкой, и у вас получится именно такой сок, правда, много, примерно вот до сюда. Если вам понравилось это видео, как делать самый настоящий сок из персиков, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!